Мейсон, друг мой, скажи, во что остается верить, когда тебя предают свои же? Когда весь ты, все то, что ты сделал, оказывается погребено под слоем лжи и коррупции. Я умру в этом проклятом месте. Единственное, что не дает мне опустить руки, это жажда мести. Их нужно остановить, Мейсон, Драгович, Штайнер, Кравченко. Их нужно убить. Бесполезно. У нас нет времени. Нельзя прекращать. Он был в Оркуте. Он знает, как передавать коды. Он слышал передачи, которые, по нашим сведениям, содержали координаты цели. Эти данные у него в голове. Он знает, где искать. Нужно добраться до бункера. Уровень готовности 2. Ты уже испробовал все. Еще нет. Осталась одна карта. Проваливай, Уивер. Скажешь им, что мы не смогли узнать, откуда идет вещание. Хочешь умереть с ним? Твой выбор. Черт! Как ты не понимаешь? Он мертв, Мейсон. Слышишь меня? Мертв! Уивер прав. У нас нет времени. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю тебя. Я знаю, ты не предатель. Что они означают? Откуда их передают? Цифры. Числа. Что? Что они значат? Резнов! Ты где? Резнов! Я хотел убить Штайнера! Опять слышу чертовы цифры! И опять надо было убить тебя в Воркуте. Подожди немного. Дай ему отдохнуть. Когда придет в себя, повысь напряжение в 2 раза. Я помню. Воркута! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну и в чем проблема? Его реакция на наши приказы была случайной, непредсказуемой. Удивительно, но он сопротивляется. Как? Он необычен, а типичен. У него редкая сила воли. С другими подопытными мы достигли больших успехов. Если он не сможет выполнять приказы, зашифрованные в числах, мне он бесполезен. Пусть гниет. Унести его обратно в камеру. Больно! Боже, как больно! Заход на цель! Освальд! Раскрыть! В Оркуте! Мы все здесь братья. Резнов, ты уверен, что ему можно верить? Полностью. Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Преданный, забытый, покинутый. Мейсон, ты должен жить! Мы должны бежать! Я знаю это слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковы. Кеннеди. Джон. 5, 4, 3. Мне сказали, что вы у нас лучший из агентов. Самый лучший. Пятнадцать секунд. Кабель мачта отошла. 13, 12, 11, 10, зажигание, 9.
8. Предварительное. 2, 1. Ты доволен? Главное. Старт. Нет. Подъем. Я должен Ракета увидеть пошла. Тело. Я уже говорил. Штайнер на острове Возрождения. Нам пришлось убить его. Нам? Виктору Резнову? Мы хотели одного. Одного. Что он делает, черт побери? Боль трудно вынести, правда? Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Драгович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Драгович не смог тебе промыть мозги. Но у Резнова был свой план. Мейсон. Как тебе выбраться из Воркуты? Не думал, что выживешь. Он никогда не был во Вьетнаме. Настоящий перебежчик с планами Новый 6 погиб во время атаки на военный комплекс там, во Вьетнаме. Он никогда не бывал в туннелях. Что с тобой такое? Кравченко. Сюда! Он не уйдет! Он никогда не был на острове Возрождения. Виктор Резнов! Нет! Мейсон! Меня зовут Виктор Резнов! И я отомщу! Мейсон, нет! Восьмой шаг, Резнов! Свобода! Тебе, Мейсон! А не мне! Виктор Резнов уже 5 лет как мертв! Он умер в Воркуте во время побега! Ты думал, что он с тобой, а он был в твоей голове! Я верил ему. Поэтому и сработало. Это был их ответ проекту МК-Ультра. Драгович приказал тебе убить Кеннеди, но Резнов этому помешал. Он хотел отомстить Драговичу за все. Драгович, Кравченко, Штайнер — 3 новые жертвы. В твоей памяти есть провалы. Периоды, когда ты пропадал без вести, и мы не знали, где ты. Но теперь, когда мы вправили тебе мозги, память должна вернуться. Нужно уходить. Они скоро выпустят Нову-6. Сотни спящих агентов в столице каждого штата готовы отравить своих сограждан этим ядом. Когда Штайнер умер, мы потеряли шанс найти источник передачи цифр. В Воркуте тебя запрограммировали переводить коды. Только ты можешь сказать нам, что они значат. Нова-6 — лишь одна из операций со спящими агентами, но я уверен, были и другие, о которых мы даже не знаем. Мы записали коды. Мы проигрывали их тебе снова и снова часами, но нам пока не удалось взломать твою программу. Мейсон, это последняя попытка. Послушай, заклинаю, послушай еще раз. 21, 7, 21, 4, 14, 3, 14, 7, 18, 13, 6, 22. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Я узнал! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Внимание всем агентам! Наши новые союзники на Кубе дали разрешение на создание новой, постоянной станции радиопередач на их территории. С этого момента и до запуска проекта «Нова» все инструкции будут передаваться по этому каналу. Ваш план по нанесению удара в самое сердце западной цивилизации начал осуществляться. Ожидайте дальнейших приказов. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Постоянной станции радиопередач на их территории. Все инструкции будут передаваться по этому каналу. Я знаю, где расположена станция. На корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? Куба.